Так, берем белый, берем черный. Сейчас будем делать волка ауф. Достаем чуть черного. Сколько нам нужно? Так, теперь закрываем, чтобы не высох. Берем черный, да, вот черненький цвет. Ну, мне, в принципе, столько нужно. Теперь берем белый. И закрываем. Теперь мы берем белый цвет и смешиваем с черным. Берем пока чуть-чуть белого и чуть-чуть кусочек черного. И смешиваем. И нам нужен ярко, как говорится, серый цвет. Ну, почти, ну, надо чуть-чуть белого. Нам нужно чуть-чуть поярче. Так, смешиваем. Смешиваем. Вот получился серый цвет. Теперь мы волку сделаем голову. Но мне кое-что нужно. И это нам, конечно же, лиса. Потому что волк и лиса не очень похожи. И что по размеру. И мне было легче смотреть, лепить, как и все такое. Так, ложим телефончик наш. И вот лиса, кстати, вот. Нам будет то же самое сделать, ну, похожее тело. Только будут другие цвета, другие детали. Ну, чем такие. Так, берем сейчас, да, будем делать голову. Только у лисы одно отличие, то что морда чуть другая. Вот, смотря, у него морда отличается сильно, будет чуть как-то морду сделать. И вот, например, так, на эту картинку оставим. Или эту. А, не, во-во-во, вот это идеально. Вот, я ж говорю, вот, если присмотреться, да, то видно. Так, ладно, начинаем. Так, берем маленький кусочек, главное, так, разменем чуть-чуть. Так, 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 начинаем. Я всегда раскатываю в кружочек, потом чуть-чуть приплюшиваю. Так, вот так чуть-чуть, оп-оп, и да, вот так вот, чуть-чуть. И она должна будет все эти головы совпадать, чтобы волк слишком большим не получилось. Люблю все игрушки равномерных размерах, там, ну, знаешь, чтобы были одинаковые. Так, теперь надо самое сложное для меня, походу, сейчас, мне кажется, будет сложно сделать ему морду. Но, может, кому-то и легко, кому-то сложно, но как хотите, как и делайте. Так, это у меня уже вторая попытка делать. Так, сейчас надо как-то попытаться, ну, чуть-чуть носик. Уф, наконец-то сделано. Ну, там можно и морду называть, ну и голову, можно как хотите как называть. Вот, наконец-то сделал, даже какая-то четвертая попытка. Так, теперь мы, значит, серенький остался, и нам мы сейчас сделаем ему, например, туловище-то побольше, лучше сделаем ему хвост. Также все так кружочек делаем, потом чуть расплюшиваем, и потом мы, да, смотрим, чтобы все совпадало. Чуть так остренький хвост надо сделать. Да, чуть такой большой, но сейчас чуть уменьше. Вот. Вот хвост готов, и на чуточку потом мы добавим черный цвета. Так, голова вот есть, хвост есть. Теперь нам берем черный. И берем цвет белый, чтобы сделать нам серый цвет. Нам же еще осталось сделать туловище. Ну да, берем, открываем, смешиваем цвета. Блин, у меня белого мало, и боюсь, что тут надо будет еще белый добавить, потому что у меня проблема, у меня белый заканчивается. И я хотела еще пингвина слепить, но... И вот, ну ладно, найдем этот выход, как можем будет сделать. Еще добавляем белого, видите, это не прям серый, придется весь добавить. Но это жалко. Я хотела пингвина слепить, но может я еще куплю себе воздушный пластилин и его слеплю. Смешиваем. Вот, ну видите, уже, да, цвет есть такой чуть серенький, да, уже есть.
Но белого уже все нету. Теперь мы сейчас берем, и теперь нам надо сделать часть тела. Берем чуть-чуть кусочек. Сейчас уже изменим чуть-чуть. Я так люблю так мякоть. Ребята, я кое-что вспомнила. У меня нет белого цвета, но у волка есть белые детали, где у белого его брюшко, или как там, его животик там. Здесь какие-то есть белые детали. И у меня же белого не осталось. Не подумала об этом. Об этом не подумала. Но есть один лайфхак, как это можно спастись. Сейчас вам покажу. Мы можем заменить... ну, это удобно так делать. Я тоже так делаю. Это... Знаете что? Сейчас смотрите. Это... Сейчас покажу вам. Замазка. Да, я много времени тянула. Вот, интересно. Да, замазка, да, можно сделать так. Вот, очень удобно. Вот как. Видите, кега... Ой, куда-то упала. Вот, видите, я ее красила. И вот, у меня просто белого цвета не было. Мне закончился. Я на хрен домбустов много потратила. И вот. И, в принципе, волку тоже можно сделать. И да, мне очень так удобно так игрушки красить. Ничего не слазит, ничего там не падает. Но все нормально, держится. Ничего, это вот. Зато прикольная кега. Так, опять так, так. Ну, все повторяем за мной. Так. Чуть уберем, чтобы волк слишком большим, толстым не получился. То будет толстым у нас наш волк. И, кстати, я замечу, что это вроде бы волк или же волк Ауф. Но мне почему-то нравится его называть волком Ауф. Не знаю почему, но это есть такой мем, мне так нравится называть. Так, толще все подходит чуть-чуть, плющим чуть-чуть. И теперь надо сейчас будет все прицепить нашу голову и хвост. Так, сейчас шпик и готово. Ну, вы знаете, как это цеплять все. Ну, это легко, ничего тут такого сложного. Вот, видите, вот. Чуть, конечно, волк не очень выглядит, как какашка, как будто, извините. Но это пока что. Пока мы не были уши, детали, там, окрас, лапки. Все добавим, это вообще будет просто бомба. И сейчас мы так делаем ему лапы. А, ну и, конечно, будет делать так красное. Вот, коричневый цвет, и мы ему сделаем. Ну, такой-такой есть. Можно поярче, но у меня такой-такой. Так, берем сейчас мы... Опять серый. Так, где серый? Надо найти серенький. А, и еще что-то. Опустим камеру, чтобы он был более видно. Так, берем серенький и делаем лапы. Которые лапы я покрашу белой... Окей. Замазкой. Так. Делаем лапы. Лапки у волка будут чуть побольше, чем у лисы. Не знаю зачем, но просто чуть побольше сделать эти вот. Лапки вот так будут. Только тут вот будут белые, а тут будут тоже белые. И потом я добавлю детали. Ну, вы сейчас все увидите. Вот лапка. Берем. Так, значит, еще подправить. А что-то берем, чтобы более это... Не сильно большая, ну... Так, берем, вот, вот, если вам видно, лапочка, вот она. И вот, видите, берем столько, надо сделать, чтобы она прицепиться. Берем и цепляем вот так вниз, здесь, хоп, вниз. Ну и повторяем то же самое за мной.
Так, да, нам вот такие лапки, ну, почти похожие, да, я старалась, ладно. Так, теперь мы сейчас волку сделаем, нам нужно сделать ему лицо. Так, берем чуть-чуть серенького. Так, или подождите, сейчас. А, лапы, я что-то хотела, забыла сказать. Чуть берем ножницы и делаем чуть их квадратными, не более у него не круглые, видишь, что прям у него чуть это конец квадратного, так ножницами чуть прорежаем аккуратненько и чтобы более это вот так делаем конец все вот почему я чуть подлиннее чтобы можно было так сделать вот так вот так вот теперь мы начинаем делать ему лицо. Первое мы сейчас сделаем ему, берем черненький и будем делать ему уши. Ну, и сперва хочу сделать носик. Ой, нет, ай-яй. Уф, принесло. Так, берем маленький кусочек, делаем ему носик. Так, о, мне вот уже прицепило нос, смотрю, уже что-то вырисовывается, уже видно, что вот вообще так. Подправляем. Так, теперь что у нас тут? Так, берем черный, делаем уши. Все, повторяйте за мной, я буду уже меньше говорить, ну, не знаю, просто будет смотреть, как я именно это делаю. Вот, уши готовы, уже волк вырисовывается. Ну, ушки маленькие, но сейчас мы это кончит исправим. Теперь мы делаем глаза волка. Берем черный, берем желтый. И вот эту штучку. Да, будем делать глаза. А, и какая розовая штучка у меня есть, да, которая, ну, экран, да, вот. И ее можно использовать, но мне, в общем-то, проще другим. Сейчас вам покажу. Эта штучка, вот про нее говорила, но можно так, но если у нее никого нету, да, то можно есть взять, например, такую кисточку, да, и вот хороший детский. Мне очень удобно. Во, видите, как хорошо. Вот так делаем дырочки, чтобы наши глазки поместить. Вот, вот так вот выглядит. Берем черный цвет туда кидаем. Так, чуть проветриваем туда. И делаем также с другим. Так, и теперь берем желтый цвет, ну там уж поярче, да, желтый, да, какой-то, но пусть будет желтым. Так, берем желтенький, yellow. Так, все удобно. Так, берем чуть маленький кусочек и вот так вот чуть-чуть туда кидаем. Вот туда. Вот сейчас чуть-чуть берем, чтобы ничего не закосячить. Например, вот такой кружочек добавляем. Оп.
И готово. И делаем так же с другим. А, еще чуть проветриваем. И да. И еще нам нужен зрачок. Сейчас. С желтым так сделаем чуть. Вот, мы так желтым сделали, берем черный, чуть-чуточку его. Сейчас. Не, слишком маленький, блин, надо еще чуть добавить. Так, вот так вот, да, чуть-чуть. Вот уберем, чуть добавим, вот. Не сильно большой, чтобы... Сильно не надо большой, но такой маленький кусочек, чтобы у нас все получилось. Берем вот так вот и... Сейчас. Фокусируем. Так, во-во-во, смотрите, добавляем, чуть подправляем. И... Вот уже, смотря, как уже глаз потепил, уже смотря, он уже такой милый получается. Вот такой глазик. Ой, милашка. Так, и делаем так же с другим. Вот, волк наш готов. Теперь, ну, именно лицо готово. Ну, не совсем, конечно, но нам будет еще добавить каких-то окраса, деталей. Так, теперь нам нужен цвет коричневый. Так, где он у нас сейчас? Найду его. Это желтый. Так, а вот он коричневый. Нашла, я просто когда там по столу валялся. Так, теперь делаем вот это пятно на носу. На пятно на носу, но оно вот такое вот пятно. И вот здесь нужно будет на ушках там добавить и на спине. Повторяйте все за мной.
Так, вот и еще хотел сказать, еще можете, знаете, я. Может, черным надо туда нас сделать, но я боюсь, что, могу закосячить, и я лучше это сделаю. Я вот так, конечно, лучше не черным, да, вот так. А лучше вот, смотрите, сейчас найду. Я лишь. Вот, ручкой. Вот эти волоски нарисовать, и я так всегда делаю на сове, и так более удобно. Так, подрисуем, ну, более прикольно получается. Мы кое-что волку забыли, вот такую деталь, вот, хоп, она вот так идет. И у нас волка не хватает, сейчас мы нарисуем. Так, вот тут рисуем. И вот готово. Теперь нам осталось чуть разукрасить. И чуть-чуть тут. Так, ротик потом, потому что я за маской покрашу, все высохнет, и вот так нарисую ему ротик. Чуть-чуть закосячить, чуть еще вот добавили. Так, теперь нам делать надо. Сейчас, что хотела. А, теперь подходим к спине, хвосту и лапкам. Начинаем с хвоста. Вот чуть кусочек добавляем и в конец добавляем. Сейчас увидите. Как вот, ну, тут это легко, то ничего сложного сейчас. Я просто аккуратненько. Во, вот так вот делаем. Ну, не увидите на фотографии. И чуть еще вот такие хочу добавить тоже волоски или как там эти. Чуть придать, чтобы было прикольно. Теперь мы чуть-чуть еще раз, ну, смотря там чуть потемнее коричневый, я решила, чтобы этот косяк закрыть чуть черную ручку, так чуть. Волосы подрисую, чтобы более прикольно выглядело.
Пока что фигня, но в конце, досмотреть до конца, как он получился, офигеть, какой красавчик вообще. Знаете, вначале плохо, а в конце уже хорошо будет. Так, теперь нам нужно, да, если лапы, видите, вверх чуть поднимаются, я вот так беру, вот так, тяжелый предмет ложу, жду там сколько-то там времени, чуть-чуточку, чтобы лапы так не поднимались. А, и пока так чуть проходит время, я чуть ему подкрашу здесь чуть-чуть деталечки. Так, вот так вот. Теперь нам еще осталось что? Получается, мы все сделали, осталось только просто белый цвет покрасить. А, что-то на хвосте добавлю. Так, нам теперь остался покрасить ему все белые цвета. Вот здесь белый. Ну, на пластилин все, но я замазка. Мне что замазка очень удобно делать. Так, берем замазку. У меня вот такая замазка, знаете, такая кисточкой. Конечно, она воняет, но я свою комнату проветриваю. Так, берем листок, чтобы вот эту игру, которую бы меня заметил, ну, если кто видел, не испачкать. Так. Начинаем! Пока я крашу, хочу кое-что рассказать. У меня есть канал BlobFan. Ну, там кто-то комментарий спрашивал, да, я же ответила, вот, чтобы вы знали. Вот. И да, там мы будет, мы там хоть всякие работы по BlobTop. И BlobTop мой канал, конечно же, отмечал много раз. И, кстати, у меня BlobTop, который, заметьте, мою самую первую работу, это было когда? Сейчас. Было... Это где-то в июне мои вот эти карточки BlobTop. Если кто же сейчас все работы видел, там кто-то смотрит такие картоны, и там нарисованы крутые BlobToperы. И да, это самая первая работа, которую Саша заметил. Я столько радости было на глазах, я не знаю, я мечтала, чтобы меня заметили. И да, ребят, хотела кое-что сказать. Если наберем 5000 подписчиков, мама сказала, что мне купит аксолотля, а если 10000, то волк ауф у меня будет. Я его не больше ауф называть. Но если чем больше будет набирать подписчиков, тем больше мама мне будет покупать, или я буду себе покупать эти игрушки BlobTop. Но у меня пока сейчас денег нет, у меня были, я просто потратила на попугайчика и на хомяка. А так вот. И фан-стенка тоже моя, это я создала, рисовала много. И он тоже ее замечал. Вот волк, ауф, готов. Осталось добавить маленькие детали. Теперь осталось нарисовать ротик. Вот точки добавляем. И вот тут, так, значит, сейчас, чтобы не криво получилось. Вот так вот. Ну, сейчас рисуем. Вот такой ротик.
И наш волк Ауф готов. Вот такой волк получился прикольный. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока!